вчера Россия нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области. В результате атаки на мирных жителей погибли 17 человек, более 30 получили ранения. Удар пришелся по рынку, который находится в центре города. В результате атаки также были повреждены 20 магазинов, линии электропередач, административные здания и этаж одного из жилых домов. Сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Для справки, Константиновка находится примерно в 20 километрах от линии фронта, недалеко от Бахмута, и подвергается обстрелам регулярно. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших. «Если кто-то в мире все еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит, он закрывает глаза на реальность. Наглость зла, дерзость подлости», — написал он в Телеграм. Отметим, что массированные ракетные удары по украинским населенным пунктам, в которых живут мирные жители, Россия наносит почти каждый день. Накануне украинские войска добились частичного успеха на бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута. Слушайте и читайте ЗТБ.